Всем привет! Меня зовут Ангелина Марчук, и я представляю Сахалинскую область. Я родилась в городе Корсаков. Это второй город по величине нашего острова Сахалин. Но потом переехала в столицу и уже 12 лет живу в городе Южно-Сахалинск. Это действительно то место, в которое мне хочется возвращаться, где бы я ни была, и я считаю его своим домом. И сейчас уже учусь на третьем курсе нашего Сахалинского государственного университета по специальности лингвист-переводчик и изучаю английский и японский языки. Музыкой я занимаюсь с самого детства. Я окончила музыкальную школу с красным дипломом. Состою в коллективе при университете, где мы с девочками участвуем в разных мероприятиях, и городских, институтских. И в 2023 году я поступила в Академию Ларисы Александровны Долиной, где сейчас прохожу обучение. Представлять свой регион очень волнительно, потому что я несу большую ответственность за всех людей, которые обучаются там вокалу. Хочу показать, что мы действительно стараемся, наш регион развивается в музыкальной сфере. Вся моя семья — это моя мама. Именно благодаря ей я многого добилась, но я представляю, что для нее это был колоссальный труд. Свое первое такое серьезное выступление я хочу посвятить ей и поблагодарить ее за все, что она для меня делает. Мама, я тебя люблю.